Ну что, мы едем на очередной ритуал, на очередную пуджу. Я не знаю, что это будет. Мы куда-то едем, к реке, к воде, я не знаю. Я вообще не понимаю, что они рассказывают, но вы все увидите сами, все я буду снимать, как всегда. Сейчас иду с Ари, мне должны зафиксировать нормально. Очень красиво мне блауз тут сшили, посмотрите, какой дизайн, да? О, низ. Я вот здесь сама сделала, но что-то как-то болтается там. Я еще не профессионал, очень трудно одевать сари для меня пока что. Я новичок в этом деле, пойду к женщинам, пускай мне помогают. И тоже на полу шьет. Сапкоч ниче, картеге, саблок. Кана гаде, кана банате. Мера мамми карте тейбл пе. Тейбл пе. Ага. Ната же тейбл пе рака, о пайр вала. Ха, пайр вала. Пайр вала. Ха, пайр вала. Пайр вала мери би е. Ха. Хм би силте пайр вали. Ха. Та уте. Я ате хат вали силте, гар жате пайр вали силте. То пайр вала ачха раха. Несколько дней назад я одевали вот эту красную веревочку. Теперь день, чтобы ее снимать. И там как раз таки тоже лесное кольцо. Там куркуму готовили? Она высохла уже. Это две женщины, две домработницы, которые несут. Это уже тетя. Это родная сестра свекра. Это еще одна домработница. Так не нести на голове, только на женщины, которые работают на нас. Идут только женщины. Мальчик хочет идти, ему нельзя. Пика куда? Джана. Пока. Карина, как она? Ты два ребенка будешь смотреть? Да, вот Вика с тобой уже ездит. Ладно. Куда мы идем, я не знаю. Кахаса Блажари. Нерпе. Риверпе. Риверпе. Паники пас. Най? Багудуре. Очень далеко. Очень далеко. Она говорит, что час нужно будет идти ногами. Если пешком.
хотела с папой остаться. Пришлось ее с собой взять. И даже насосы взяла с собой. Очень сильно плакала. Будь здорова. Я не знаю, что это за место, но это вода. Какой-то пруд. Такая грязная вообще. Ну ладно, будем смотреть, что они будут делать. Тя! Они обмазывают руки сейчас горчицей. Масло какое-то. Сыпется этот платок. Делается вот. Как сыпется. Да, он как у галат майбе. Карапур ме лагал ке кара, чору чору ке кара, бали. ये क्या करना ना उन हमने आई जब अपन देखिए सारा रे जल्दी हो खीर बुरा जवाई ले बुढ़ियर का बुढ़िया हम झाट झा मारू मारू करिया पतर अरे हम ना जब पानी हम मरे इतना कहीं ना हो ना ही रे इतना नहीं पल बा आ это все ее сари чистят И сейчас это все она отдает нам. Я не Черкия? Она сделала что-то наподобие лебедя, полила горчичным маслом, и это синдур. Бинди? Это не кола. Всем достает лапду, которую сегодня готовили. Ну все, и теперь все идут домой. Вот смотрите, мы так уходим, и другая невеста так же идет. Бананчики. Все устали, поэтому решили детей сплавить шекару. Бай-бай. Со мной о, господи, сколько там детей.
красиво она идет. Это, кстати, свекор. И показано, что его дом в той стороне находится. Чуни, чуни, калия медиона банаю. И напоследок все поют песни. Сказали, что это последний раз. И все больше не будут петь. Сегодня 6 месяцев у Карины. Это тихо поставили. Это благословение. В Индии принято дарить деньги на день рождения. Это вот она, кстати, невеста. Уже жена. Бахут пайса. А сколько у нее денег уже собралось? Все дают, ей дарят. Какой у нее лоб. Сейчас тоже будем ставить типу. Да, 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 да
Что тетя пришла? А бибу обиди. Я деки муме дал ре, муме дал ре ор. Карина счастлива. Дети тоже тику ставят. А, фото китчинги. А, там хатов, хатов, хатов. Тундора смайл, каро. Это тику ставит на счастье, на удачу, и как благословение. Когда перед длинной дорогой там куда-то отправляемся, но здесь в доме у нас не ставят. Вот завтра мы поедем к одним близким родственникам забрать двоюродную сестру Шекара сюда домой. И там хозяин дома всегда нам ставит на удачу тику красного цвета и прикрепляет несколько рисинок.